Очень много лет назад я был совсем зеленый, прям тинейджер, подросток. Я услышал эту группу, и эта девушка родила во мне желание вообще петь песни и писать музыку. Очень сильно на меня повлияло, и благодаря этому влиянию появилась одна из моих первых песен «Котики, наркотики». Эту песню, это вообще «Cranberries», я воспринял не как какой-то там эталон для себя, а просто как вызов. Я разозлился здорово. Я настолько удивил, настолько обалдел от этого таланта, насколько это было красиво, и я подумал, что, или я смогу так же, или лучше, или вообще нафиг это не нужно. Мне захотелось писать. Под этим впечатлением я написал «Котики, наркотики». Там не украдено ни одной ноты, она чисто своя, но точно под влиянием «Cranberries», это понятно. В общем, эта девчонка очень много для меня значила. И сейчас ее нет, ей всего было 46, по-моему, 47 год, трое детей. Очень жалко. Я просто хочу что-то спеть в ее честь, в ее память. Thank you.
их оставь.